Отдать дань уважения тем, кого сегодня можно по праву назвать ветеранами медицинского учреждения, его основателями и лидерами, поздравить с почетным юбилеем и наградить действующих сотрудников. На торжественное мероприятие прибыли представители местной власти, депутаты, коллеги. Лечебно-консультативная поликлиника является одним из самых авторитетных унитарных предприятий в системе здравоохранения не только города, но и области. Это место, где исповедуют принцип «все для людей». Мы стараемся быть нужны, чтобы мы были нужны людям, чтобы наша помощь всегда была востребована. Ну а квалификация свидетельствует о том, что работают у нас только врачи первой и высшей категории, медицинские сестры первой и высшей категории, работают два кандидата медицинских наук. И наш девиз на этот год, что лечебно-консультативная поликлиника – это ваш выбор, проверенный временем. За 15 лет эти стены видели многое. С самого утра здесь кипит работа. Только в прошлом году медучреждение обслужило порядка 93 тысяч пациентов. Не только жителей Бреста и области, но и иностранцев. К слову, в планах на ближайшую перспективу развития медицинского туризма и расширения лабораторного отделения. Самое главное, что поликлиника востребована населением, что она имеет авторитет, что люди сюда идут, цены здесь умеренные, государственные. И, в общем-то, вот повышение доступности, приближенности к населению, основные принципы амбулаторно-поликлинической помощи, здесь они реализованы. И поликлиника на месте не стоит. Вот я в 2012 году ушла, а за это время открылись новые подразделения, расширились объемы оказания медицинской помощи. Если театр начинается с вешалки, поликлиника, конечно, с людей в белых халатах. В учреждении ведут прием специалисты самого разного профиля. Эндокринологи, неврологи, дерматологи, окулисты, хирурги. В структуре поликлиники 5 отделений. Лечебно-профилактическое, гинекологическое, наркологическое, медицинских осмотров, лабораторной диагностики. Основная составляющая стабильности и успеха – это симбиоз работы слаженного коллектива высококвалифицированных специалистов и новейшей материально-технической базы. Занимаются сотрудники все нашей лаборатории, все имеют высшую первую категорию, постоянно проходят обучение. Лаборатория у нас постоянно модернизируется, закупается новое современное оборудование, расширяется спектр исследований. У нас нет очередей, мы никому не отказываем, всех принимаем. Анализы выдаем в срок. Длинные, всегда болезненные очереди за талонами и горы бумажных документов остались далеко в прошлом. Лечебно-консультативная поликлиника – это комфорт, доступность и качество, проверенное временем. За 15 лет она приросла не только площадями и технологиями, но и людьми, желающими помогать своим пациентам. Здесь понимают, работа каждого сотрудника – это имидж и лицо всей поликлиники. А потому о гарантии качества здесь говорят мало, больше делают. Я поздравляю всех наших сотрудников с 15-летним со дня образования нашей поликлиники. Желаю всем достатка, здоровья, успехов и творческого развития. А нашим брестчанам и гостям нашего города, чтобы они чаще обращались к нашей поликлинике и знали, что мы есть и всегда мы стоим на страже их здоровья. Виктория Сащенко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.